видео, а потом немедленно снимались. Пока. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я звоню по поводу объявления насчет натяжных потолков. Скажите, 15,5 квадратов, сколько будет стоить натянуть? Белый, глянцевый. Ну, да. А по освещению что хотите? Светильники или люстры? Ну, вы мне скажите ту и другую цену. Если будет 6 светильников, тогда нужно будет выключатель поменять. Ну, выключатель я сам куплю. Угу. Чтобы у меня двойной выключатель стоял, чтобы не разом включались. Две. Смотрите, ориентировочно где-то 8500 с нашим светильником. Добро. А скажите, если с люстрой, если люстру есть, то люстра наша будет. Понятно. Спасибо большое. Подумаем, если что, перезвоним. Конечно, конечно. Спасибо. До свидания. Потому что здесь обивка. Видать? Там обивка. Ну, есть, да это не обивка. Это снимать. Да дело не в этом. Он пришел с фото. Короче, он пришел. Да не приехали. Вдвоем. Ну, уголки ебать. Всю хуйню. Они не соглашаются, знаешь, из-за чего. Ну пока ты их замажешь, ладно. 5 лет. Ебаный вот этот. Как он, блядь? Утеплитель. Утеплитель вот этот. Одну сторону не заклеил путем. Вот из-за него и не соглашается, что, блядь, сверлить нужно будет, натягивать. Ну и так далее. Поэтому не соглашается. Дело-то в чем? Ну, если надо, пусть штукатурят, так десятку денег предлагаем, чтобы сделали. Один хуй отказываются. То мастеров нет, то еще что-нибудь. Такая хуйня. За 6 копеек должны были приехать нам с нашей. Люстру купили. Совсем, но. А потом мы отдали 10 тысяч, нам потом перезвонили, она говорит, нет, есть уже не надо. Да пошла ты мне нахуй, а тебе что, 30-ку будет платить за этот потолок, ебаный. Эту хату вообще голову купила. Ну вот так, хули сделаешь. Ну, надо просто решать вопрос сразу, что потолок голый и нихуя не делала. И его нужно натянуть, и всего лишь. То есть, предлагать деньги те, которые уже по их структуре подходят. То есть, ну, я другого момента не вижу. Вот такая тема. Вместо телевизора, что ли? Чё? Вот нахуй не трогал. Если бы у него не было вот этого разреза, я бы его ебла уже давно. Да я бы вытер. Угу. Ты бы вытер. Более чем. Я посмотрела потом. Похую. Ну вытерпи. И опять в больницу мы потом сгребем. Куда? Бегаешь? Я иду. Ну, скорая приехала. Был товарищ знакомый. Благо. Ему. Я говорю, может, реально с тобой договоримся? Он говорит, блядь, ну паха, не договоримся. Ну никак. Обязан, говорит, я сообщить. Я говорю, ну сообщай. После него минут через 20, наверное, через полчаса.
Слышу, блядь, стучат. К дверям. Кто? Полиция. Дверь открыл, охуел. Ну, вот так вот. Хули сделать? Чё? Зашли. С нее вопрос взяли, с меня. И все. Да когда борщ-то варил, а? Говорю, картошку бы хоть нормально покрошил, помельче. Накрошил, блядь, чуть не полукольца на нас. Да похую. Да похую вообще. Накрошил. А меня досточку расхуярил, нахуй. У меня врач приехал, проверил, нахуй, прощупал. Да врач. Поехали, вопрошу в больницу нашу, потому что закрыт из-за вирус, коронавирус. Чего она не сказала? Она не чё? Сказала, почему ты не едешь? А ты ей нахуй не подрался. Вот. Ты-то кто ей? Урод. Правильно? У меня она есть сказала, своя хата. Она сказала, мусора приедут. И чё, если... ну они приехали, я отказалась. Но. А если бы я написала на тебе заявку, тебя вчера забрали как урода, последнего. И там бы тебя на парашу посадили, все. Давай вторую отбивай, чё ты? Давай, давай. Смотришь. Ты... Нету карты? В смысле нету? Нету их дома. А куда бы они нахуй делись? Не знаю, домовой унес. Охуенно! Да как мы же... это было? Для да мы их покупаем. Блять, мы из дома не брали. Ну на Бали же их нету. Ну нету. Домовой унес, я тебе еще раз объясняю. Пиздец. То, чего унес, не понять. Да капли-то у фон, блядь, я себе и для глаз беру. Они исчезли, что ли тут? Ты что, не видел, что мне очки купили? Чтобы зрение нормально было. Мне не жена с кроссовками. Мне глаза подпишут. Я их утром лично не капал. Сейчас нету нахуй на байке. Ну, нахуй. Нихуя не понял. Даже хозяин гостиницы разговаривает, ты нихуя не вкуриваешь. Да ты ему дай плану покурить, он курит. Это пипец. Че ты делал? Ты меня уже поднялся. О, Олег, иди сюда, что, где бык, не знаю. Если учиться, никто не может, ну, не открывает никакой. Ты же умеешь открывать, говорю, почему нет? Но при хозяине дверь открыл, он зашел и начал с тобой разговаривать. Так, ты на меня так смотришь? Я не курю. А, ты не куришь? Нихуя там ладно. Я не курю. Он чисто бухает, больше ни хрена. С кикбоксингом. Ну, вот если бы я тебе в нос ударила, у тебя бы сразу была фуфа, она вылезла. А лоб-то ты где покорябал? На асфальте, что ли? Ну, конечно, и на асфальте. И что ты пиздишь, а? Они все равно узнают. Да ну пусть узнают. А то тебе хреново будет. Парни, ну почему вы мне не верите? Да, нереально просто как в бом удариться. Так удариться и... нельзя. Смотри, у него один фуфан больше, чем другой. Да сколько боёв прошло? Если меня Паша наебнёт, если, там, если въебали, меня сразу въебали, фуфан. Видно, что въебали. А так вот просто удариться от столба, два синяка вниз сползти, чтобы такие мешки были. Олег, ну а как можно вот так вот ударить? Ты един как трос. Саня, не пизди, не надо. Или ты Достоевского заработал? Не надо, не пизди. Куда ты пошёл там, зажигалку мою не спи? А так вот просто удариться... От столба два синяка вниз сползти, чтобы такие мешки были. Олег, ну а как можно вот так вот ударить? Ты един как трос. Саня, не пизди, не надо. Или ты Достоевского заработал? Не надо, не пизди. Там соседка его, где мы предлагали ему комнату. Она скоро с детьми съезжает. Там двухкомнатная хата была бы лично за ним. Ёбана, там можно было со временем вторую комнату просто выхватить, да и все. Нехуй делать. Он переехал, ебать, 15 квадратов. У меня зал здесь больше, нахуй, чем там. У меня 15, у него там 12. Ебанутый человек. Да там еще и, блядь, молодежь вся такая. И все пьющие, гулящие. Ну, да, как раз только по нему. Но если надо будет, будем обращаться, хули. Есть там свои люди, свои пацаны. Будем впрягаться. За быка. Хули пусть делать? Будет. Безумный Паша с вами. Чё, братва, вообще перепугались? Ваш веник ебаный. Ваше сфинктерное кольцо запихаю. И там и оставлю. Так что, безумный Паш с вами.